Всем привет! Всем привет! Простите за видео. Пассивно-агрессивное начало видеоролика всегда ведет к его успеху. Сегодня мы с Алешей сориентируемся на том... Сегодня мы с Алешей сконцентрируемся на том, что же думает русский народ про те вещи, которые нашим душам одинаково близки. Я узнал, что он уже снимал отзывы на карты, но вы не понимаете, это другое. Там не было ни тюрем, ни церквей. Тюрьмы были. Я не досмотрел ролик, поэтому вы можете исправить мою ошибку. И посмотреть ролик полностью на моем канале. А заодно подписаться на этого человека с благородными чертами лица, а именно носа и острым умом. Я думаю, тебя достаточно описал. Как конфетка в оберточке будешь. У тебя заготовлены какие-то уже определенные? Нет! Нас занесет судьба. Давай начнем с чего-нибудь подводящего. Морги, крематории, кладбища. Кладбище, я хочу отзывы на кладбище почитать. Земля удобная, не сырая. Соседи не шумные. Погоди, в смысле закрыто до завтра? Если типа сегодня хоронить надо? Дома, в холодильнике постоит. Никто не портился за денек. Городское кладбище Перми. А, тут даже отзывов нет. Когда собаку берете с кладбища, кто их там кормит? Ну просто надо внимательнее закапывать и не так лениво. Тогда им нечем будет питаться. Лучше, чем на старом. Лучше, чем на старом. А то есть уже на старом полежал, теперь на новое перебрал. Это очень странный отзыв. Выкопали, переложили. Смотри какие-нибудь кладбища в отдалении, наоборот. Тут мало тут кладбищ, конечно, еще ближе. О, фак, лучше бы я этого не делал. Это просто страх для трипофоба какой-то. Ритуальные услуги, да-да-да. Ритуал Про для настоящих геймеров с RGB подсветкой. Ритуал Про для настоящих геймеров с RGB подсветкой. Блин, в этом девайсе скорее ты монитор разобьешь по-быстрому. Если он не закреплен нормально. Светка. Там по ускорению. Ребята, не обращайте цветоагентство. Людям нужны только деньги. Заказывала память. Они какие-то длинные. Ё-моё. Я вам раскрыла глаза. Обходите их страну. У них 4 адреса. На Ямышева, Ибрагимова, Сайфулина, Миля. Ментимер, Шаймиев, Рудольф, Нуриев. На кладбищах душновато, да. Да, душновато. Но где не душновато? Крематорий. Как же это странно, блять, выглядит. Скидки до 10% пенсионерам. И медработникам. Вот это что интереснее. Погоди, а медработникам почему? Угадай. Идет такой этот чел, который представляет эти ритуальные услуги. Он видит пенсионера такой. О, держите скидочку. Вы нам подходите? По размерам. У нас есть готовый гроб. Можем даже новый не делать. Распродажа старая на новое менять. Система трейд-ин. Не подошел. Обменяем на новый с доплатой. Скидки семьям. Вы все равно приводите друзей. Нихера себе. Все, я полетел. Это бог. Он забрать меня пришел. Это в тебя оскорбленные ракеты запустили. Нижегородский крематорий. Не заказывайте там отпевание. Батюшка у них ужасный. Молитву говорил ужасно. Запинался на каждом слове. Ритуал не завершил. Свечи не потушил. Покойницу не накрыл. Землю не посыпал. Сука! Ты я бы сам лучше сделал. Еще и икону велел сжечь. Чего? А я уверен, что они у батюшки заказали. Ну да, кстати. Испортил все настроение. Так он, наверное, хорошо. Что? Какое настроение может быть на похоронах? Эй, люди! Мать вашу за ногу! Там бабка-плакальщица настраивала всех на нужное настроение, настраивала, а батюшка все испортил. Да. Хорошее настроение, мы приехали. Неплохой. Три звезды только за обстановку. Музыка не понравилась. Закатывают гроб и там... Кладбище животных. О, нет. Нет даже отрицательных отзывов, все на 5. Цены на все драконовские, пользуются монополией. Типа, ты заходишь, хочешь расплатиться, они... Не-а, у нас другая валюта достает. Это монополия. И говорят, давай сыграем. При оформлении... Я решил преоформить документы. При оформлении документов на кремацию. Хамят и гробят. Могила постоянно раскопана. Кладут закладки наркотиков, охрана бездействует. Че, если бы это была могила самого кладмена, и типа это он свою последнюю закладку с собой забрал, и типа кто-нибудь там заказывает что-нибудь на прикоп 3 метра. That's just deep, bro. That's
Это его последний клад был, он настолько любил свою работу. Нет, только у вас в Питере такие приколы. Колхозники, деревня, нет слов. Так город переедь, в чем твоя проблема-то вообще? Стой, подожди, я только что видел, ритуальные услуги под названием «Копи, сука». Тебе не хватит, копи. О, копи. Вообще, ладно, я уверен, что это слово не копи, а копи. Но мне смешнее думать о том, что копи. Подземная разработка полезных ископаемых. Я начинаю все равно склоняться больше к копи в таком случае. Что происходит? Буско от кокбсме. Что за жесть? Прикинь, это еще и аббревиатуры. Государственное бюджетное учреждение вдруг края Кельского сосоти, Кельского основоклинического дырка, охренеть. Один из их работников знает полное название правильно. Я думаю, им за это платят ежемесячные премии. Вот, здесь забили хер. Они первые буквы решили не вводить, иначе получилось бы воп-бок-н-кто. То есть мы правда сейчас сидим и смеемся над названиями моргов. Унылое, мрачное местечко. Да ладно! Почему же это? Диснейлендовский размах. Я думаю, меня встретит такой спуки-скери скелетон. Мужик в костюме такой: привет! А кто это у нас умер? Бабушка! А ну-ка давай, проходи, бабушки оформляются налево. Готовы отправить свою бабку в загробный мир? Заходит следующий: а у вас кто умер? Мой ребенок, ему было 3 месяца. Я увольняюсь отсюда. Меня устраивало работать аниматором в KFC. Вот, 5 звезд. Борг, это по-вашему цирк? Ресторан шоу-программы? Вас развлекать должны, не пойму. Что вы хотите? Вот он, лучик свет. От кого? Имя прочитай. Сука. Скидочку не... Имя прочитай. Скидочку не хочешь? Чихаешь, кашляешь? Скидочку тебе не надо? Вы могли заметить, что тут написано то, что многим из вас очень знакомо. Так же, как и тут. Узнаете? Та фраза, которая меня бесит. Но вам так нравилось ее писать в комментарии. Поэтому я и решил сделать новую линейку мерча. Доступны 2. А чё, обманешь? Оу, для людей, которые не пишут мягкий знак, просто лишаю вместо... в глаголах. Не знаю, для них отдельный котел в аду. Где их черти будут жарить в костюмах мягких знаков. Он мне подкинул идею, можно делать мерч. Ты меня помнишь? И можно реакцию? Или посмотрите, пожалуйста. Это точно. Две фразы, в будущем будут добавляться новые, следить, я буду вас об этом информировать. Еще, это твоя мама? Или что-то типа старые уроды. Сколько идей! Задолбали ставить на паузу! Вот, да. А ты увеличишь этот, как там? А ты увеличишь изображение? Или можно больше изображения? Вы слишком громкие! Минус уши! В будущем будут добавляться новые, следить, я буду вас об этом информировать, поэтому заходите по ссылке в описании, попукайте новый мерпч. Дай потрогаю, какая она на ощупь. Трогай. Чё чувствуешь? Хороший мерч. У меня еще есть в списке очень интересные места. Могут быть относительно близки к кладбищам, моргам. Например, секс-шоп. Ты даешь это сезон. То есть препарат для одного, а дала для другого. При обращении поменять. Сказали, вам здесь не аптека. Я пришел покупать ка... Вам здесь не аптека. В аптеке вообще-то ни черта не меняется. А вот в секс-шопе... Если оно не вскрывалось, вполне, наверное, может. А может и нет, я не знаю, на самом деле. Он про препарат написал, препарат в любом случае нельзя обменять. Все, вышел, так сказать, из учреждения. Все, оно уже твое, неизвестно, что ты с ним сделал. Может, ты подменил там что-то. Потом попытался вернуть. Кстати, да, подстригись! Подстригись! Еще. Капли для носа, они мне там вот эти вот свои резиновые писюны предлагают. Знаешь, типа он пришел покупать капли для носа, а ему какой-нибудь афродизиак капельный, который надо на кожу наносить, но в нос хуяет, типа такой. А чё у меня пипка стоит, а дышать так же херово? Знаешь, где люди так же близки к сексу, как в секс-шопах? Жек номер 7. Раньше было лучшее.
Отзыв, который можно найти под любым местом. Это Жак 7, супер хороший. Сколько должно быть Наталье лет? Где-то между 7 и 60, чтобы оставлять такие отзывы. ТСЖ, ТСЖ. И Жак 7 супер. А ей настолько этот Жак понравился, что она ему в другие места позволяет. Типа, прикинь, ты с ней встретишься где-нибудь. А ты была в Жаке номер 7? Такое место хорошее. Жак! Работают на 3+. И одна звезда. Один балл. Очередь постоянно. Постоянно очередь. Ладно, еще есть, знаешь, какой запрос интересный? В России же много Кремлей. Вот сколько Кремлей. Ой, стоп, а это что за Кремль? Вот здесь такой маленький Кремль, 4,5. Кремушек. Даже меньше, чем деревья, тут среднюю. Что это? Кремлик. Кремлик. Людей. Строили ученики с преподавателем. Вот это среднюю. Что это? Кремлик. Для маленьких людей. Строили ученики с преподавателем. Вот этот трудовик разошелся, знаешь, типа, когда трудовика сделали директором школы чистой. Он такой, так, еще один Кремль. Все эти детские площадки в виде Кремлей. Не совсем понятно, достопримечательность города. Новострой, но небылицы туристам про него уже рассказывают. Какие можно людям рассказать про него? Что? Вот, да. Что это вообще? Нифига это не новострой. Вообще-то построили в 12-м. Вообще клевая, конечно, детская площадка, на самом деле-то. Если она общедоступная и нормально, ну, нормально туда пускают. Вообще классная. Ну, как детская площадка клёва, а вот как какой-то платный парк развлечений. Говно. Убого. Хочешь, я тебе настоящую достопримечательность Татарстана покажу? Давай, в набережные Челны. Ну, да, 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 я знаю, что ты хочешь показать свои качели. А хочешь еще одно покажу? Тоже набережные Челны в воде. Как она называется, эта остановка? О, точно. Да куда? Эй, стой! Ты привел меня к нашему следующему запросу. Самый простой. Я хотел показать тебе, где самые вкусные сосиски в тесте. Рынок Сибирский Балаган. Микрорайон перспективный. Дома оседают, все трещит и разваливается. У нас перспектива уйти под землю через пару лет. Древние века. Там автобус подъезжает из этих Флинстоун. На каменной повозке. Очень удобное расположение остановки. Уехать можно хоть куда. Как говорится, все дороги ведут в Каменогорск. Давай, давай посмотрим, как эта остановка-то выглядит в реальности. Да, кстати, оно того стоит. Настолько-то крутая остановка. Ну, слушай, и правда, все дороги ведут, смотри, со всех сторон света. Я думаю, это из Нью-Йорка, это прямая до Токио, это нас увезет в Индии, как называется столица Индии-то? Тисирис, Мумбай. У меня по географии были ушибы, удары от учителя. Не Мумбай. Почему у меня в голове Бангладеш? Не, Бангладеш это страна, а Мумбай. Мумбай? А, Нью-Дели. Нью-Дели. Точно, Раджи из Нью-Дели. Это просто второй, по-моему, крупнейший город. Ну, один из крупнейших городов Мумбаи, поэтому я и перепутала. Дели, Москва, и в ту сторону у нас... Что у нас в ту сторону-то? Австралия. Огибает землю вот так, возвращается тут и в Австралию. Прямая дорога. Танция Петровско-Разумовская. А, ну это Москва. Ужас, крысы бегают, бомжи, ужас. Еще палатка рядом, видела крысу на ветре. Она на веретене, она ела самсу, кошмар. Надо мне станции, воняет бомжами. Церковь, Тишинский. Зачем такая гостиница? Почему вы из церкви сделали гостиницу? Не что за прикол? Проклятое место притягивает цыган и бомжей. Что, блин? Вот представь, богу делать нечего. Это место популярное, да. Прокляну его, пусть притягивает цыган и бомжей. Не знаю, как внутри. Пипец. На этом надо было просто закончить отзыв. Быдло. 3 дня назад. Злой хамовитый персонал. Не служитель церкви, монастыря, персонал. Ходит менеджер с кадилом, а промоутеры со свечами не выполняют свою работу как нужно. Стенд с мерчом, с мерчом. Стенд мерча не зашел. Я услышал стенд и сразу стенд. Затесалась такая в среди исправительных колоний. Бля, у них лекции какие-то проводятся. Это квадрат черный среднего размера. Это прямоугольного типа квадрат. Черный тоже. Это... Детки, да, да. А это прямоугольный прямоугольник. Есть же еще СИЗО, не забывай об этом. Хорошо, там, где нас нет. В тюрьме? Да, видимо, там заебись. Блин, меня там не... Ох, был бы я там. Долго все. Долго все. Долго составили сидеть. 3 года, блин, сижу. Сказали документики только проверить. Сколько проверять-то можно документики? Уже же достаточно набралось всяких моментов забавных. Вспомни хотя бы один, давай. Если ты хочешь, чтобы я показал тебе кое-что действительно интересное, наводи мышку на набережные Челны. Какой заказ можно сделать вывод? Наверняка какой-то можно, но мы этого делать не будем. Подписывайтесь на канал Алексия. Я сейчас буду есть вкусные блинчики, которые Кирилл не давал мне есть. Всем пока.
Я думала, Samsung, как та крыса, которая ее ела. Я хочу быть крысой, дайте мне Samsung. Ох, забавненько, но на грани этого. На грани фола некоторые шуточки. Ну да. Надеюсь, тебе понравилось. Ссылка на оригинал в описании. Пиши свое мнение, оценивай видос. Также в описании расписание стримов и ссылки на соцсети. Залетай на стримы, смотри другие видео. До скорой встречи. Пока.